трудоустройство, выбор будущей профессии, участие в общественных организациях и движениях. Эти вопросы чаще всего волнуют самых маленьких жителей округа. За ответами на них в день правовой помощи детям дала детский омбудсмен Римма Галушина. Она провела личный прием граждан. Учеников младших и старших классов интересовали самые разные вопросы. От трудоустройства в летние месяцы и профессионального образования до общественной деятельности. Я узнала, что можно заниматься на двух и более занятиях, секциях, например, на рисовании и занятия спортом можно заниматься сразу только с 10 лет. Ребенок с своего рождения получает права для того, что на имя 6 лет он получает права самостоятельно решать какие-то вопросы, с 10 лет бытовые изделия, что-то 6 лет тоже. С 10 лет может сам принимать участие в суде. Судебное право тоже будет учитываться мнение, а с 14 лет может уже устраиваться на работу. Всего к детскому омбудсмену обратились около 30 человек. Большая часть вопросов была решена в устном порядке. Если достаточно только консультации, то, конечно, достаточно консультации. Если дальнейшая проработка необходима, мы же обеспечиваем конфиденциальность каждому ребенку. Поэтому если дальнейшая проработка необходима, конечно, мы будем работать дальше. Задать свой вопрос уполномоченному по правам ребенка можно по телефону или на личном приеме.